Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. 16 марта я записала видео по облачному майнингу ASIC на 7 криптовалют. Значит, это сколько прошло? 12 дней. Я зашла 15-го. 16-го видео записала. Видео я в этом показываю, как проходит регистрация, как пополнять. Вот. Я проверила этот майнер на вывод. Все замечательно. Майнер платит. Вывела я 3 миллиона лайткоин сатош. Значит, у меня майнеров куплено 1, 2, 3. Этот подарок, он ни о чем. Когда здесь наберется минималка, это один бог только знает. 4 у меня. И на данный момент у меня сейчас 86 394 лайткоин сатошка. Здесь у меня прибыль показывается за вчера. 42 цента. Я сегодня поставила его на вывод. Так, вывод средств. Вывод обрабатывается в ручном режиме. Вот сюда я прописала, что какую криптовалюту я. Лайткоин. Я сумму ввела. Кошелек у меня прописан в настройках. Я его буду менять, друзья. На Pair. Я прописывала с Coinbase. Вот. И вот мои литоши. Я выводила 3 миллиона 38 тысяч 400 лайткоин сатох. Все подтверждено. Далее мне на почту пришло письмо. Вот, что вывод одобрен. Типа того. Переводим на русский. Снятие обработан. 27.03. Адрес. Лайткоин, ну и количество. И здесь соцсети. Они все, эти соцсети, рабочие. Вот. Так что можно кликнуть. Чат есть. Телеграм. И как бы... Вот. И здесь все всем делятся, как бы, да? Вот. Далее. Переходим. Но этот мне уже не надо. Сообщение. Так, оповещение. И мне вот пришло с Coinbase. Постоянно приходит письмо. Мои литохи. 3 миллиона 384... Ой, 38 тысяч. Сколько там литох. Также, если мы перейдем на Coinbase. Вот, получено лайткоин из лайткоин. Ну, такой вот комментарий. Плюс 3 миллиона 38 тысяч 400 литох. 27.03. Завершено уже. И также я вам сейчас что покажу. Ага, вот здесь в настройках, где вывод, мы прописываем адрес кошелька. Вот этот можно, я хочу удалить. Не знаю, можно будет менять. Наверное, нельзя. Ну, если нельзя, значит нельзя. Вот. А я хотела, знаете, на Спайра прописать. Потому что у меня здесь на Пайре 0.001. Это вот. При переводе меньшей суммы средства не будут зачислены. Здесь на хасике у меня минимальный вывод 2,5 миллиона. Вот так, если я скопирую, я, наверное, его не изменю. Нет. Вот. Ну ладно. Вот я хотела, видите, что? Я хотела его поменять. Ну что ж. Дело в том, что у меня мой пригласитель, он выводил вообще на Faucet Pay. Значит, он брал депозитный адрес Faucet Pay.
А у меня этот адрес привязан к Faucet Pay. Я и думала, что мне на Faucet Pay придет. Так нет, мне пришел вот на кошелек. Вот. Ну, значит, пусть будет как бы на Coinbase. Вот. Здесь вот кошельки, реф-программа, асики. Ну, я показывала. В чат можно из кабинета попасть. Я установила двухфакторную защиту. Срок действия у меня каждого хасика этого работает. Год. 365 дней. Ну, вот как-то так. Ну что, за 12 дней я минималку набрала. Я считаю, это неплохо. Ну, в принципе, на этом все. Проект работает, платит. Я довольна, ребятки. Сразу на домашней страничке находится реферальная ссылочка. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!